Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 7 класса из учебника Коровиной. Раздел «Из русской литературы 19 века. Александр Сергеевич Пушкин. Песня о вещем Олеге». Рубрика «Фонохрестоматия». Второй вопрос. Какие черты характера кудесника подчеркивает актер, читая монолог предсказателя? Помогает ли вам чтение актера зримо представить образ волхва? Чем актер дополнил ваше читательское представление об этом персонаже? Ответим. Читая монолог предсказателя, актер подчеркивает мудрость и независимость от мирской власти. Чтение актера помогло детальнее представить кудесника, его манеру общения, звучание его голоса, эмоциональную окраску слов. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!